Приветствую вас. Вы знаете, вот читаю ваш текст. У меня сложился такой, знаете, довольно устойчивый, я бы сказал, образ человека достаточно открытого, достаточно искреннего, вот, человека достаточно такого позитивного, наверное. Вот. Но при этом мне кажется, тревожного, неуверенного в себе человека, нуждающегося в одобрении, нуждающегося в признании, человека, который совершенно не умеет слушать себя. Человек, который может быть довольно импульсивным, человек, который может быть вспыльчивым, я бы даже сказал. Но человек, который, повторюсь, не умеет слушать себя. Знаете, вот вы уходите в диагноз, вы уходите в наименование своего состояния. И может быть в какой-то степени это решение является не лишенным смысла. Может быть, особенно если у вас есть ну, в какой-то степени физиологические, так сказать, причины, да, физиологический, физический дискомфорт и так далее. То есть в этом случае, конечно, вы верно делаете, что там, обращаетесь к медикам и пьете препараты и так далее. То есть, мне кажется, что здесь вы поступаете по отношению к себе справедливо, но ваше состояние, оно не связано только с физиологической стороной вопроса, как мне кажется. Мне кажется, что вот это вот неумение направлять свою энергию, неумение слушать себя, купе с тем, что вы сами к себе относитесь, по-видимому, не самым лучшим образом, как мне кажется. Это все, конечно же, создает некоторую для вас проблему, потому что амбиций у вас много, вот, а обесценивание себя может мешать, к сожалению, и мешать, ну, достаточно сильно, как вы можете видеть, как вы можете чувствовать, как вы можете ощущать, вот. И здесь в том, чтобы не просто активничать день, чтобы не просто
стараться жить полноценной жизнью, а идея в том, чтобы, наверное, все-таки лучше себя слышать, потому что чувствуется, что вы очень нуждаетесь в чем-то извне, понимаете, вот чувствуется, что вы очень сильно нуждаетесь в чем-то извне на постоянной основе, и соответственно, как мне кажется, именно вот эта вот нуждаемость на постоянной основе в чем-то извне делает вас зависимой, а в себе вы этот ресурс найти не можете, а может быть даже не искали никогда, может быть даже не подозревали о том, что он есть, может быть считать, что его у вас нет, то есть тут как бы я не знаю, как обстоят дела, вот, но тем не менее, вот такой мне видится задача наша, именно вот наша задача видится мне такой. Задача, я имею в виду наша, говоря, наша задача, я имею в виду, задача психотерапевта, вот. Я не имею в виду, там, что это прям вот ваша задача, но, например, свою задачу, как психотерапевта, я вижу в этом, в том, чтобы помочь вам научиться видеть, замечать в себе что-то, чтобы быть более устойчивым и так далее. Вот. Когда вы говорите, что есть какие-то моменты, которые мешают мне в работе и общении, да, а я бы, конечно, хотел бы, чтобы вы постарались это как-то выразить, чтобы вы постарались это как-то, обозначить более, конкретно, вот, потому что сейчас это выглядит, немножечко обобщенно. Да. Штука обобщенности в том, что человек путается, когда нужно обобщить, да, когда это будет полезно, обобщение, а когда полезно будет конкретизировать. Вот. Это, привычка мыслить так. И мне кажется, что ваше мышление, ваша привычка, то, как вы реагируете на внешние факторы, то, как вы реагируете на, людей и так далее. А во многом продиктовано тем, что вы пытаетесь защититься, и вы пытаетесь сбежать от себя, возможно, сбежать от, чего-то связанного с вами, вот, ага, и мне кажется, что в этом может быть негативная для вас история, которую, тем не менее, можно подкорректировать, вот, можно помочь вам
себе разобраться, можно научить вас направлять ту энергию, которая у вас есть, на то, что вам важно. Нужно, можно научиться видеть и слышать и чувствовать то, что для вас важно. Понимаете? Вот. Но при этом и не отрицать физиологическое состояние, которое у вас есть, да, не выбрасывать его полностью с счетов, вот, а держать его в голове, грубо говоря, и, ну, делать на него, конечно, скидку, вот, иметь его в виду, но все-таки ключевой момент здесь — это психика. И психика ваша, те процессы, которые происходят у вас, ваша жизнь, ваше взаимодействие с собой. Вот у меня, понимаете, такое вот ощущение возникает, что вы даже этот текст, хотя, казалось бы, он, ну, предназначен для вас, вот, те, кто предназначен, ну, нужен вам для того, чтобы вы, ну, чтобы вам лучше себя понимать, чтобы вам лучше себя чувствовать, даже его, мне кажется, вы написали в терапиях. Вот. А вы куда-то бежите, от чего-то бежите. Вот, давайте подумаем, что будет, если вы остановитесь. Давайте подумаем, как часто вы, например, просто наслаждаетесь чем-то. Вот. И мне кажется, что это было бы хороший момент для вас, мне так кажется, чтобы вы увидели это в себе. Может быть, тогда в вашей жизни начнет что-то меняться. На этом все, я надеюсь, что помог вам, а я желаю вам всего самого доброго и удачи, буду надеяться на обратную связь.